Село Цепья, что в Балтасинском районе, окунулось в атмосферу праздника. Там с размахом отмечали Гронбеттон, один из древних праздников удмуртов. Были и традиционные обряды, и частушки. Среди девушек выбирали чеберины-чеберай, так называют удмуртских красавиц. Уже много лет праздник открывается торжественным шествием. Возглавляет колонну символично солнце и земля, чтобы погода благоволила и урожай был добрым. А уже на Майдане артисты собираются в гигантский круг и приглашают всех, чтобы совершить традиционный обряд моления богам. Гронбеттон можно перевести как окончание полевых работ. Это и роднит удмуртский праздник с татарским сабантуем. По традиции он проводится на лугу в период цветения. В этот день удмурты молятся о предстоящем урожае. Всех угощают ритуальной кашей, ее варят на кострах. Не обходится и без национального напитка, что погорячеют, умышки. Пить его полагается по-особенному, из рук хозяйки. Гость к чаше не прикасается, так что выпить ни до дна не получится. Игры и соревнования во многом напоминают сабантуй, но есть и фирменные национальные конкурсы. На празднике выбрали первую удмуртскую красавицу Чеберина Чеберай. Особенно полюбилась гостям ловля лося. Зверь хоть и был деревянным, но охомутать себя давал не каждому. На праздник съехались более 300 артистов с разных уголков России. Многие выступают впервые, но есть и те, для кого удмуртский праздник стал семейной традицией. Вот сегодня мы на праздник, все кумушки вот собрали. Все кумушки. Да, да, вот моя дочка за удмурта вышла. Вот гости приехали на удмуртский праздник. Наталья Колечкина, Илья Шорин, Вести Татарстан.